Шалом, друзья! Поздравляю вас с веселым праздником Пурим. И сегодня мы с вами будем готовить тарталетки, наполненные ореховым муссом. Раскатываем тесто и стаканом вырезаем кружочки для тарталеток. И сейчас мы с вами будем делать ореховый мусс. Взбиваем белки в крепкую устойчивую пену. Добавляем орехи. Ореховым муссом заполняем тарталетки и отправляем в духовой шкаф на 180 градусов 20-30 минут. Теперь мы взбиваем сливки. Берем шприц для крема и украшаем наши тарталетки взбитыми сливками. Посыпаем шоколадом.
украшаем клубничками. В это огонь.